Группы Би-2 и Агата Кристи объединились для совместной работы. Творческий союз удался, и музыканты незамедлительно приступили к съемкам клипа на песню «Все, как он сказал». Музыканты пригласили не обычных актеров, а людей, которые общаются на языке жестов. Этот язык пришлось освоить и режиссеру, и музыкантам. Идея клипа принадлежит режиссеру Кириллу Кузину и ребятам из Би-2. Но каждый из них вкладывает свой смысл в сюжет. Я считаю, что идея такая про людей, которые говорят, которых не слышат. Это не те люди, которые... это не обязательно глухонемые. Это не обязательно люди там, с частичной или полной потерей. Просто есть люди, которые на самом деле говорят в жизни, а их не слышат. Есть люди, которые... что-то делает, а это незаметно. Мы сошлись на найти, скажем так, отображение мира глухонемых. Такая аллегория, связанная с людьми, которые не слышат каких-то вещей, которые, быть может, очевидны. Распределение ролей таково. Вадим Самойлов и Лёва из Би-2 осваивают язык жестов. Остальные участники играют на музыкальных инструментах. Мы в кадре будем что-то делать, что-то петь, что-то играть, да, пока не знаем. Но мне сказали, что я должен спеть один из куплетов на языке, вот на глухонемых. Мы что-то с Юрой тоже должны пару слов сказать. Вот. А еще я должен играть на клавишах, оказывается. Сами музыканты будут сниматься совершенно точно Лёва, будет сниматься совершенно точно Вадик. Они, в смысле, будут тоже как глухонемые люди, что-то пытаться до нас донести. Вот, остальные же будут просто рубиться на площадке, будут играть трек. Результат совместной работы смотрите совсем скоро на MTV.